Но, ребята, значит, на носу, простите за такую. Хорошее начало шутки. Хохотео в начале. Ну, остроумно. Да, остроумно. Остроумно остроноса. Да, у тебя муравей-то с носа со сноубордом не покатается. Забери, а я почему смеюсь? Ребята, какие вы прикольные. Не успела мысль выйти из ротовой полости, вы ее подхватили и засунули. Скажи, в амбары. Гарик, а мысль, прежде чем попасть в ротовую полость, в мозге была? Или нет. Там образовалась? Да. Так что, Саш, я хочу обратиться к тебе. Ты да, самый мудрый дорогой. И красивый. Саш, на носу праздник 8 марта. И сегодня за столом собрались ребята, которые понимают толк в женщинах. Друзья, мы сегодня говорим про женщин и о женщинах, потому что загадочная женская душа, как мне кажется, лучше всего видна на расстоянии и понять. Мы, мужчины, ее можем гораздо лучше. И новости будут, ну, в основном о женщинах. Это новости в основном о женщинах. Саша, пожалуйста. Независимая газета сообщает. Статья называется «Эдит Опеха отреклась от справедливой России». Так, пожалуйста. На выборы в законодательное собрание Нижегородской области кандидатом от «Справедливой России» отказалась идти известная певица Эдит Опеха. Мне кажется, Эдита Станиславовна просто обиделась. Всех артистов, всех деятелей культуры зовут в «Единую Россию», и ее одну позвали «Справедливую». Это же несправедливо. Где справедливость? Она заявила, что не хочет вводить людей в заблуждение, изображая политиков. Между тем, партия зарегистрировала ее как кандидата в 11-й региональной группе. Все но понятно. Документов от нее туда то есть, Эдита не поступило. Сказала, я не хочу быть ни депутатом, ни политиком. Не хочу. Думаю, отвезите меня домой. Да. Да, ребята. А ведь могло произойти историческое событие. Эдита Пьеха могла стать справедливороссом. СССРом. Уже второй раз в жизни. Тогда Родзянка отказала. Мне кажется, что Эдит Станиславовне не нужно было идти в Думу. Она актриса, певица, привыкшая к аншлагам, а в Думе всегда ползала. Значит, у меня есть новость, которая пришла. У нас все новости сегодня связаны с женщинами. Валерия Гай-Германика подралась со стриптизершей в ночном клубе. Как вы видите, культурная жизнь столицы бурлит. Так понятно, подралась. Они в одинаковых костюмах были. Значит, давай. Валерия отказалась платить по счету, потому что охрана выставила ее на мороз. Да. А также обвинила Михаила Пореченкова, что тот не вступился. А, значит, тот был там еще? Не факт, нет. Просто Михаил просто Пореченков. Обвинили его. Михаил Пореченков, герой боевиков. Символ защитника, мужественного человека, который придет на помощь, если женщина попадает в опасную, непростую ситуацию. Да, как, если женщина бьет. Такая, как драка со стриптизершей, то, конечно, должен появиться Михаил и уже своей ногой добавить стриптизершу. Да. По словам самой Валерии Гай, как ее называют портал News.ru.com, скандал произошел из-за того, что ее подруге не дали развлечься. Да? Да. Ну. А каким образом? Может быть, ей не дали принести стол для пинг-понга? А это развлекуха, да. Ну, все-таки это спорт, и с одной стороны развлечение, с другой стороны кровь циркулирует. А может... Извините. Да. Что это за байкер-клуб, где нельзя даже стриптизершу раздеть? Возмущенно пояснила изданию режиссер, известная своим эпатажным поведением. Слушай, а это байкер-клуб. Может быть, это была... Ее подруга полезла раздевать стриптизершу. Может быть, это была не стриптизерша? Ведь она была в косухе с бородой. Может, это был байкер? А Валерия сказала, смотри, какая замечательная бородатая стриптизерша, как она лихо крутится вокруг шеста. Давай поможем ей раздеться, а то она в сапогах и в коже вот так. Вань, подожди, по словам Валерии Гай, ее подруга во время танцев начала стаскивать одежду с одной из танцовщиц. Я считаю, это нормальное поведение. То и не понравилось. Произошла драка, так. В которую вмешалась и Германика. А, наверное, байкеры стояли, и один байкер, который приехал первый раз, он говорит, у вас что, все время так здорово здесь? Да. Сейчас что будет? Сейчас Пореченков, если подъедет вообще. Может, женщинам нечем себя занять? На мой взгляд, это странно. Во-первых, есть прекрасное женское занятие читать женскую литературу. Да. Женские журналы. Женские журналы, и что есть гораздо более интересное, это женские книги. У нас есть, вот здесь, вот давайте возьмем книги, вот смотрите. Что за женские книги? Ну вот книги, которые, вот Гарик. А вот, как вы отличаете вот женские книги от мужских? Гарик, я думаю, что навряд ли ты купишь книгу Джиллиан Хантер «Порочен как грех». Это он и принес. Вот я открою на любой попавшейся странице. Вот смотрите. Вот просто я бы назвал эту ситуацию «Куда нет книг».
Кстати, это тоже название романа Джиллиан Хантер. Вторая серия уже. Значит, он поцеловал, я уже читаю, он Давай. Поцеловал ее лодыжку и мягкую впадинку под коленом. Потом встал. Снял фрак, шейную косынку, расстегнул рубашку и панталоны. Подождите, дайте дочитать. Официальная хроника кинотавра. Подожди, расстегнул рубашку. В жемчужине было жарко. Дочитайте. Давайте, все, значит, давай. Он встал, снял фрак, шейную косынку, расстегнул рубашку и панталоны. Вы никогда мне этого не простите, грустно сказал Гейбриэл, снимая сапоги. Я продолжу. То есть он сначала снял панталоны, а потом сапоги. Какое-то время Гейбриэл стоял в сапогах без панталон. Когда он повернулся к ней... Дальше, друзья. Когда он спиной. Подождите секунду. Он стоял спиной. Когда он повернулся к ней, обнажив свое сердце и тело... Назовем его Данко. Обнажив свое сердце и тело, она молчала. Ребят, смотрите, я могу сразу продолжить. Это можно из одного романа в другой переходить. Тихо. Это еще почему? Взяв вилку, Семен выудил из пиалы длинный кусок засоленной матерью семги и уложил его поверх масла. Тут про Гебрио ни слова, но мы-то понимаем. У меня как раз продолжение больше Гебрилу, но это роман Татьяны Огородник. Сережа. Серж прижал меня своим телом к стене, опираясь на правую руку. Левой он массировал мой затылок. Давай представь, Сереж, обобрись на правую руку. Так. Ну так, ну обобрись на правую руку. И массируй Ване затылок. Подожди, что дальше? Я изначально так задумывался, пожарский Минин вот так. Послушай, Мастера, говорит, поляки Гарик, уходите, а ему плохо. Гарик, извини, пожалуйста, а почему вдруг Микоян подошел к памятнику? Нет, стоп, давай смоделируем. Гарик, встань, ты... Сереж, да. Ребята, тяжело быть в Иванушках маленьким. Давайте смоделируем то, что здесь описано, потому что это не каждый Саш, я может. Я моделирую последние 10 минут. Я хочу понять, что чувствую. Прижал своим телом к стене, опираясь на правую руку. Подожди, прижать надо. Саш, что дальше? Левой массировал мой затылок и нагло смотрел мне в глаза. Его язык напористо и нежно раскрывал мои губы и разжимал рот. Не, послушайте, финал, просто финал. Саш. Его язык напористо разжимал мой рот, проникая внутрь и заставляя забыть о неподаренных драгоценностях. А вот так. А, там еще по расчету. Знаете, друзья, мне все-таки кажется, что преждевременно полагать, что по женским романам также можно судить о женщинах, хотя, я думаю, мы на верном пути. А почему мужчины всегда обсуждают женщин за глаза? Что за глаза-то? Можем это, и не за глаза обсудить. Это претензия какая-то уже пошла. Слушайте, серьезно. Знаете, мне вот это, мне всегда очень... Межполовой поножовщиной. А у меня есть предложение. А вы не могли бы к нам выйти? Вот просто возьмите и выйти к нам. Давайте поаплодируем. Давайте, и обсудим. Вот так вот женщины пускай к нам придут. Посмотрите, ребята. Кто это? Да это же Марина Александрова. Давайте поприветствуем. Марина. 8 марта, привет. 8 марта. Марина. Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Прошу вас. Садитесь. У нас как-то так даже стало приятно. Саш, прячь романы эти идиотские. Марина, я хочу сказать комплимент. Вы самая красивая женщина вот на отечественном телевидении и в кинематографе. Вань, скажи. Я, более того, я скажу, вы самая талантливая, я вот так скажу. Да. А я скажу, что вы самая народная. Самая народная вот, актриса, которую народ действительно любит, потому что вы самая красивая. Да. А еще, Марин, вы, ну так уж вышло, похоже на мою первую любовь. 30-е, Киев, эмиграция. Я тогда еще был штабс-капитаном. Не будем забывать, что на премьере «Дни Турбиных» Саша прекрасно знал людей, которых идет в пьесу. И говорил, почему не окончена пьеса. Ну какой это Мышлаевский, что я его не знаю. Да, друзья. Давайте вернемся к гости. Давайте вернемся к гости. Марина, мы возвращаемся. Марин, у нас есть новости разные. Давай. Сайт medinskayakarta.com сообщает.
треть женщин в Российской Федерации хотели бы родиться мужчинами. При этом основным преимуществом жизни мужчин они считают отсутствие необходимости рожать детей, каждое утро наносить макияж и делать прическу, а также контролировать свое поведение в обществе. Добавляет Валерия Гай Германик. В скобках почесывание, да. В скобках почесывание. Теребение бакенбардов ты имеешь в виду, да? Ну, я не знаю, Марина, скажите. Я знаю некоторых мужчин, которые хотели бы быть женщиной. Ну, Марина, это не секрет. Да, они достаточно популярны. Я не знаю, кто это. Я знаю клубы, где они собираются, Марина. Марина, как может женщина хотеть родиться мужчиной? Вот женщины говорят, что наносить макияж, это самое, а армия, а прапор, который учит... Просит, как... нанеси макияж. Нанести. И потом стрелять по мишени. Потом, у мужчин есть много моментов, которые женщины не учитывают, но они очень тоже неудобные, как с макияжем. Например, во-первых, нет груди. Нечем похвастаться. А у женщины всегда под рукой, как бы, да. Сереж, чего? Марин, если вы хотите... Да в любой момент взял, брос, пошла в голову мыслить, блин, сейчас бы грудь женскую подруги. Хоба! А мы-то мучаемся, блядь, тратим сутки на это. Деньги. Бывает сутки? Двое суток. Да ты что, Марин? Некоторые да что там? Едут во Владивосток. Не чтобы хоба! Суток. Марин... На проводницах тренируются. Марина. Марин, если вы хотите, вы можете пересесть, во-первых. Марин, вот смотри, мужчиной быть очень тяжело. Во-первых, ты должен сам делать первые шаги. Ну что это такое? Ну вот ты делаешь первые шаги, а ответных нет, надо делать вторые шаги. Да? И так ты потихоньку пошел. Пока не дошел до выхода из метро. А мне кажется, смотрите, вот, например, с сериалами, вот женщины. Да. Мужчиной быть непросто. Смотрите, вот женщинам просто. Вот женщина сидит, смотрит дома сериал. И вот она знает, что вот сейчас... Главная героиня, предположим, узнает, что это ее сын, а через ровно две серии Виталий Павлович выйдет из комы. И таким образом выяснится, что... Ну, то есть понятные вещи. А мужчине совершенно... Я смотрю, вы смотрите Дарьял ТВ. Он только его и смотрит. Откуда такой смешанный взгляд? Цвет лица, я бы сказал. А мужчине, вот смотрите, выходит игрок сборной России к пустым воротам, с мячом. И непонятно, и что... никто не знает, чем это закончится. Нет, женщинам на самом деле сложнее, чем мужчинам. Я вот все равно не верю. Пожалуйста, примеры, Варин. Давайте, у нас вот... На каблуках вы пробовали ходить? Как? На каблуках. Да. Сереж, не по пьяни. Нет. А ты что молчишь? У Сережи такая ситуация. Сейчас на каблуках. У Сережи почему такая ситуация? Потому что Саша иногда хочется взять руку. Саша сейчас на каблуках стоит, да? А еще при этом нести женскую сумку, в которой косметика на всякий случай. Всякая разная. Фен, да. Вот. Фен. Транзистор. Саша, Марин, знаете, а почему... Газовый баллончик. Знаете, Марин, вот у меня вопрос тоже. Почему вы всегда краситесь, волосы укладываете, прежде чем пойти в салон красоты? Вы когда в бар выходите или куда-то в ночной клуб, выпиваете же на дорожку? А, вот да. Откуда она знает? Откуда она знает? Большой опыт. Да, большой опыт. Женщины не умеют парковаться вообще. Это 100%. Вообще. Это неправда. Марина. Вы видели хоть одну женщину-парковщицу? Всегда мужчины паркуют. Из-за этого... Мужики подставляют. Нас... Ну, давай, иди сюда. Конечно, ты право. Ты что наделала? А потом можно телефончик сразу? Кстати, Марин, я ведь прекрасно помню вашу замечательную роль в фильме «Стрит Рейсеры», где вы играете лихую красотку, которая одной рукой управляет автомобилем, а другой управляет несколькими мужчинами. Так вот, мне кажется, что если вы я говорите... Я вжилась в роль. Да, то есть вы хорошо вводите автомобиль. Хорошо. Друзья, знаете, друзья, как приятно развенчать миф о том, что женщина умеет парковаться. Марин, прямо сейчас в студии. Эксперимент. Эксперимент. Давай, вот смотрите, друзья, я сейчас все сделаю. Значит, Марин... Это будет. Не, да? Это будет ваша машина. Это машина. Саш, мы не участвуем в ролевых играх, поэтому. Нет, нет. На таких хорошо. Вам нужно на красной машинке припарковаться. Я вам упрощу задачу. Вы обратите внимание, что вокруг нету ничего. Нету ни деревьев, ни домов, ни пенсионеров, никого нету. Парковщиков нету. Все черное, гладкое. Строгино. Вот вам вот эта штучка. Угу. Значит, вот смотрите, давайте, попробуйте, пожалуйста, припарковаться, а мы посмотрим, пожалуйста. А еще в этот момент губы надо красить. Марин, я свою помаду не взял. Сережка, нет?
пожалуйста. Подождите, а куда мне надо парковаться? Марина, вот это основной... куда хотите? Я вам скажу, это любое место. Основная проблема у женщин, это когда... Вопрос выбора. Вопрос выбора. А куда мне припарковаться? Пустующие от автомобилей места. Может, вам даже... надо как-то объехать машину и припарковаться даже вот здесь. От бордюра немножко обязательно отодвинуть. Обязательно пультиком, вот может быть, так. Вот так вот? Вот многие женщины, это большая ошибка, дорогие женщины. Пытаются руками припарковаться, да. Пытаются взять автомобиль. Многие женщины с красными лицами толкают свои автомобили. Многие женщины, когда спрашиваешь, какую ты машину хочешь, она говорит, маленькую какую-нибудь. Мы запутались, Саш. Марин, пожалуйста, давайте попробуем. Я не понимаю, просто к этой машине припарковаться. Вам нужно припарковаться рядом с этим автомобилем. Марина. Это я первый раз держу в руках. Марин, это так все женщины говорят. Даже те, у кого 12 лет стаж вождения. Спасибо. Вот что и требовалось доказать, друзья, да? Подождите, причем удивительно, звук и всегда тут... такой же. И смотрите. Сейчас, подождите. Марина, уже все. Я убегаю. Не надо убегать. Марин. Стоять! Подожди. Стоять! Я почти припарковалась. Марина, подождите. И смотрите, тут, смотри, кто появился, Марина. Красавица, привет! Не можешь припарковаться, Вася, я тебя научу, смотри! Вот а я куда делась? Так, ребята, все, я Собянин, все, поехали домой. Все, я Собянин, все, закончили. Марин, дайте. Это, а пультик да. у меня останется. А пультик может остаться у вас, и вы будете ночами приезжать в Останкино и веселить операторов, Марин, которые с этим пультиком вы можете где угодно нажимать эти кнопки. Допустим, играете в спектакль «Современники». Да, вышли да. в гримерку. Например, макияж поправили, нажали кнопку, и знаете, что где-то в Останкино едет маленькая машина. Вот сколько бы мы, мужчины, не... не гундосили себе и не пытались бы доказать, что мы крутые такие лисики, все равно вот круче женщины ничего нет, да? Вообще вот... вот... Ну из развлекухи, да. Марина, шутки в сторону. Мы поздравляем вас с наступающим праздником. Саша, Саша нарвал... вручает вам цветы. Да. Дорогая Марина, это для вас, да, брата? Марина, 8 марта. Прекрасный праздник, и мы хотим сделать вам подарок, музыкальный подарок. Мы для этого позвали великого легендарного певца, о нем чуть-чуть попозже, через секунду, а вас просим пройти на артистический... На наш праздничный пропылесошенный диван. Да, украшенный подушками. Друзья, а прямо сейчас первый подарок всем женщинам и Марине. Вячеслав Бутусов сегодня! Прожекторы Paris Hilton! Вячеслав, здрасте. Вячеслав, у меня вот такой вопрос. Скажите, вот вы как просто как опытный человек, как такой романтик, вы что женщинам лучше всего подарить на 8 марта? Даже если это будет Сергей обувь, то нужно дарить с любовью. По городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как птицы далеки. Одни витают в облаках, другие вовсе не видны. А на дворе цветет весна, она в кого-то влюблена. А этот кто-то за окном сидит и видит день за днем. Как девушка по городу шагает босиком, по скверам и по улицам порхает мотыльком. Девушка ныряет через арку напролет, солнце пригревает, сердце девушки поет. Как за окном мелькают дни, они как птицы далеки. Одни тают в облаках, другие росы не видны. А на дворе цветет весна, она в кого-то влюблена. А это кто-то за окном сидит и видит день за днем. We'll be right back.
Прожекторе Бэрис Хилта. Иван, стремительным вопросом, застывшим в глазах миллионов россиян, будут ли еще гости сегодня? Гарик, ты знаешь, поскольку Марина замечательная актриса, я тебе хочу сказать знаменитую пословицу моего отца. Актриса никогда не приходит одна. Ну, мой отец дальше добавлял, она приходит с ребенком, это маме он говорил. Но чаще всего он говорил, она приходит с подругой. У нас в гостях потрясающая, прелестная актриса Екатерина Вилкова. Давайте поаплодируем. Эй! Екатерина, здрасте. Здравствуйте, с 8 марта вас поздравляем. Спасибо. Здравствуйте, Екатерина. С 8 марта. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. А справа вы не будете никого целовать? Ты сзади, а не справа. Справа. Ты сзади. Принцесса. Обернитесь, оглянитесь и пройдите сквозь Сергея красной нитью, как поют Валера и Гриша. Екатерина, здравствуйте с праздником. Здравствуйте с праздником. Катя. Мы, как галантные мужчины, обращая внимание на присутствие Екатерины, не должны забывать, что и Марина здесь. Да то ладно, не стоит. Да, не стоит? Не стоит, чего вспоминать? Уж где, Марина была здесь, а сейчас на диване, там и не слышно ничего. Посмотри, вот она сидит, улыбается, думает, что-то хорошее про нее говорит. Мы здесь! Катюша, мы очень рады, что вы к нам пришли, и, конечно, мы хотим поговорить о многих вещах. Но прежде всего я бы хотел сказать, что в нашем кинематографе вы самая красивая женщина, Катя. Вань, более того, я хотел бы добавить, что не только красивая, прежде всего, вы самая талантливая. И знаете, я просто уверен, что вы самая народная, на самом деле. Вы самая народная, вы нравитесь народу, и поэтому... И еще, Кать, вы очень похожи на мою первую школьную любовь. Вот мы говорим это искренне, Марина не даст соврать. Конечно. Да. Екатерина, мы хотели бы поговорить с вами вот о чем. Мы обсудили женский роман, обсудили, как женщины паркуются, но есть еще одна уникальная особенность женщин. Женщины очень любят читать женские журналы. Да. Гороскопы всякие. И самое главное, в женских журналах отвечать на вопросы тестов. Проходить тесты в женских журналах. Давайте мы будем задавать вопрос. Вот тест первый. Поехали. Да? Угу. Поехали. Вы смотрите... Нет, сюда заграть не надо, у меня с ответами вы сразу. Вы смотрите. Да. Вы смотрите фильм «Титаник» и не плачете. Угу. Это потому что... А. Слезы закончились еще на титрах начальных. Нет, на титрах предыдущего фильма. Да. «Человек дождя». Да. «Титаник» — это просто жалкое подобие белого Бима «Черное ухо», поэтому плакать смысла нет. Да? И первое. Вы успокаиваете рыдающего спутника. Катя, ваш вариант ответа. А, Б или В? В. В. То есть мужчины, которые с вами ходят в кино, это сентиментальные люди. Конечно. Они плачут. Конечно, они всегда плачут. Они всегда плачут. До кино, во время кино. Когда назвали цену на попкорн. Сколько попкорн стоит? 400. Большой? Да. Соленый? Без соли сколько? Дальше, следующий вопрос. Хафбэк. Что это? Вот и ответ на вопрос. Спасибо. Что это? Да. В каком случае вы перезвоните молодому человеку? А. Когда он подарил букет с номером телефона. Б. Когда он подарил машину с номером телефона. В. Когда он подарил квартиру с номером телефона. Сашу это очень сильно волнует. Достаточно просто позвонить на номер. Я иногда перезваниваю на незнакомые номера. Вдруг... Вдруг она судьба что, там, что, да? Что интересное предложит. Ну, забавно. Хорошо. Но ничего интересного. Слушайте, вот видите, так, хорошо, фильм на крючке, не больше. Мы по крупицам начинаем... Что делать? Я была молода. Да, да. Катя а то ты не снимался в таких фильмах. Еще что бы говорил еще? Вот смотрите, вот уникально. Американские актеры снимаются в фильмах,
чтобы спасти мир, а наши снимаются в фильмах, чтобы спасти фильм. Я не зря на тебя смотрю, Иван. Спасибо. Много таких фильмов. Спасибо. Я так понимаю, исходя из наших фильмов. Ох, тяжелая эта работа. Тяжелая эта работа, Биг Мамбета тащить из болота. Друзья. У меня есть предложение вместе с Катей обсудить новость, которая где-то здесь у нас была. Пожалуйста, новость это вот здесь. Обведенная? Обведенная. Да. Индиец, запятая, имеющий 39 жен, нет, запятая. Жен. Ну, здесь жен написано. Да, жен. Читайте жен. Жен. Признан главой самого большого семейства в мире. 39 жен? Пустота. Пустоты нет, это просто нужно сантиметр вниз дальше пропустить. А дальше смотрите. Индиец Зиона Чан из деревушки Бактванг, что в восточном, ну это все знают, ну я напомню, в восточном штате Мизорам. Признан главой самой многочисленной семьи мира. У 60-летнего индийца 39 жен, 94 ребенка, 33 внука и 14 невесток. А сколько ему лет? Вот мужик вкалывает, 60, да? 67 лет. 67 лет, 39 жен. Каково ему на 8 марта-то всем подарки дарить? Ну вот он всю свою жизнь вкалывает, чтобы один раз в год всем, да, подарки хотя бы. Хоть по маленькому-маленькому кусочку. Просто, он просто 39 лет... 39 лет назад женился на первой, и вот на каждое 8 марта он дарит новую женщину. Новую женщину своей жене. Говорит, смотри, какая! Ну что, мы пошли. Новая. Оля, Оля, вот тебе подарок. Закрой глаза. Оля, танцуй. У вас новенькая. Тик, тебе, Лена. Оля, танцуй, у вас новенькая. Это фраза Ольги Орловой и продюсера в группе «Блестящие». Вопрос у меня один. Счастливы, как вы думаете, эти женщины? И то, как, что мужчина счастлив, сам по счету, четные счастливы или нечетные, это очень важно. Каждая десятая. Каждая десятая. Лотерея, да, индийская. Счастливо 8 черные. Он как в казино выходит, рулетку кидает, думает, кого сегодня позвать? Раз, раскрутил. 8 черных и негритянка. Я вот хочу о чем поговорить. Я думаю, что... Вы знаете, Катя, думаю, что нет, потому что у Кати семейной жизни еще такой серьезный, большой... Не отведала, давай. Не отведала? Да. Сейчас за Катю решили так. Не вкусил. Ну, не отведала. Мы, Саш, ты же помнишь, мы же 25 раз перепроверили. Перед тем, как... Мы же набирали в Яндексе. Катя, муж есть... И выдавал Яндекс. Нет. Катя, муж? Нет. Вот такой вопрос о празднике, о 8 марта. Вы знаете, что самый страшный вопрос от женщины? На 8 марта? Не на 8 марта, вообще с утра. Вот ты просыпаешься, любой вы, завтра... день. Вы завтракаете. И вдруг женщина задает вопрос. Ты помнишь, какой сегодня день? Такая пауза. И ты понимаешь, что с одной стороны у нее в руке вилка, она омлет ела. И эти паузы, они длятся ведь по несколько дней. И никогда, и никогда женщина ее не прерывала сама. На самом деле, женщина думает, что этих дат очень много. То есть день, когда познакомились, ты должен помнить. Мужчина должен помнить. Да. День, когда первый раз пошли в ресторан. Первое свидание. Помнишь, день, когда ты первый раз порвала колготки. День, когда первый раз поцеловался. День, когда первый секс. Понимаешь, как это? Мужской мозг, мужская память так устроена, что они не могут запомнить столько дат. И поэтому мужчина старается все это за один день сделать. Теперь я вас чтобы помнить, что 17 сентября порвал колготки. Было все. Секс. Да, было все. Тын-тун, да. Там, поцелуй, колготки, я грязь. Хома, и хрязь ты имел в виду порванный колготки. Когда первый раз покурили вместе. А бывает и такое, когда, Катя, вот спросите, какой сегодня день? А бывает и такое. Какой спросите. Сегодня день? Сегодня 6 марта, через день 8 марта. Саша, дари цветы. Та-дам! Помним! Екатерина, вас поздравляем. Будьте всегда такой же лучезарный. Катюш, прекрасный. Мы вас поздравляем. Мы желаем вам действительно дарить нам счастье и радость. Но у нас есть для вас сюрприз. Вы не просто сейчас будете с цветками сидеть здесь. Вы будете сидеть там, где вы никогда не подумали бы сидеть. На одном диване с Мариной Александровной. Да нет, нет. Подарите их Марине. Это сгладит первые несколько минут. Друзья, давайте поаплодируем Екатерине Белковой. Кать, вы присаживаетесь сюда к Марине. Это не все еще. Пересаживаюсь к Марине, не перепутайте букеты, в них разные записки.
самое главное женщинам подарить подарок, который они как бы и ждали, но неожиданный. Екатерина, Марина, без лишних слов, без слов томления. Для вас поет и для вас, дорогие женщины, кто бы вы подумали, Сергей Лазарев. Сергей Лазарев! Привет. Сереж, привет. Приветствую. Да, я задам вопрос, который меня очень интересует. И интересует не только меня, но и всех женщин и мужчин. Сереж, какой подарок самый лучший на 8 марта? Ну, мне кажется, подарок, который сделан своими руками. Поэтому я подарю песню. Песню Джорджа Бенсона, которая называется «Nothing's gonna change my love for you». Это сюрприз не только для всех женщин, но и для Джорджа. Джорджа Бенсона, конечно. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The night would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have even been loved before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't wanna leave without you. Nothing's gonna change my life for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share this view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't wanna leave. Давай. Времени мало. Друзья, такие есть. У меня есть к вам что? Еще одно предложение. Я хочу объявить. Опять сейчас я объявлю следующую гостью. Да, я объявлю следующую гостью. Вань, что ты все время гостей объявляешь? Я тоже бы объявил следующую гостью. Спасибо, друзья, я объявлю. Давайте сделаем вот. Давайте, чтобы все было по-честному. Я не понимаю, почему вдруг вы решили, что все объявляю я. Я не могу молчать. Давайте по-честному тогда. Давай по-честному. Жребий. Я предлагаю тогда, бросить жребий. Значит, давайте. Знаю я твой жребий. По-честному. По-честному работаем жребий. Сереж, бери бумажку, разрезай ее или разрывай на несколько кусочков. Саш, бери... Найди, котелочек или что-то, или там, не знаю, куда, из чего будем жребий тащить, или сделать, или журнал. Гарик, и фломастеры найди, мы пометим разным цветом. А ручка подойдет? Гелевая. Посмотри разным цветом, посмотри ручки. Друзья, пока не этим заняты, я объявлю, у нас Ксения Кутепова сегодня в гостях. Давайте поприветствуем прекрасную актрису.
Ксения, идите скорее к нам. Здравствуйте. Вот сюда. Ксения, здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Заходите, пожалуйста. 8 марта вас поздравляем. Наступающим. Присаживайтесь к нам. Пожалуйста. Ксения, вот сюда. Здрасте. Наш уголок. Да. Вот, Ксения, вы к нам пришли, я так понимаю, уже по Москве, конечно, пошел слух о том, что сегодня почему-то всех актрис репетиции забирают и куда-то везут в направлении Останкино. Да, Ксения, спасибо, что вы пришли. Позвольте, я вам налью нашего чайку праздничного. Сегодня он праздничный, значит, его температура больше, чем плюс 6. И его мало. И его мало. Его мало, но праздничный. Ну, я вам скажу, могу сказать, почему закончен. У нас на Урале водой разбавляют. Сережа, и сливки разбавляют. И не обжигает, и объем увеличивает. Сереж, дело в том, что было бы больше чая, мы налили больше. Ксения, но, к сожалению, две актрисы вопрос... выдули полчайника. Да. Просто выдули полчайника, еле сидят. Ну что, давайте. О чем будем говорить? А давайте, вы не будете говорить, что я самая талантливая, красивая, похожая на школьную любовь. Да, конечно. Ну, народная. Что, придурки, что ли? А, народная тоже? Нет, вы не скажете, что я... Ксения. Поимпровизируем. Все заготовки просто. Вот что значит школа Фоменко, да? Ксения, давайте мы поимпровизируем, действительно, не будем говорить эти глупости. Просто я хочу сказать, что, на мой взгляд, вы самая талантливая актриса нашего кинематографа. Ксения, я скажу то, что сейчас пришло в голову, и это правда. Вы самая красивая Ксения, которую я видел в жизни. Мне пришла записка от народа. Действительно, вы побеждаете в рейтинге. Ксения, представьте нам какую-нибудь веселую, радостную, праздничную новость. Вот смотрите. Вот это то, что подчеркнуто. То, что подчеркнуто. Абсолютно верно. И то, что выделено курсивом. Ага, составлен... То, что я вам положил и пальцем ткнул. Шрифтом гельветика. Составлен рейтинг. То, за что вам сказала сестра, иди ты читаешь лучше. Вот это вот сюда. Составлен рейтинг самых сексуальных стюардесс мира. Ну, наконец-то, и как-то уже так это вот, все... Так вот, первое место в рейтинге досталось британской авиакомпании Virgin Atlantic. Virgin Atlantic. А из названия Virgin понятно, какие там это стюардессы. Это как тебе? А что это тебе понятно, Саша? Ну, ты же владеешь английским. Я в пределах телефона. В пределах телефона? И Джек Нюмбер. Вот, смотрите. Саша, что значит? Невинность. Вот это. Невинные стюардессы. А что значит Атлантик? Невинные атлантические? Это название сельди. Да, сельдь так называется. Невинность и девственность. Почему? Наши-то не участвовали, наши бы выиграли, мне кажется. Если соревноваться... Омск, Атлантик. В невинности, когда ты спрашиваешь... Подождите, где мой багаж? Почему на 3 часа опоздали? Почему у меня второй человек на мое место? Она так невинно ведь делает. Ой. Неужели она не победила бы? Это же явно мужчины додумались проводить такой рейтинг. Да? Вот скажите, женщина, находясь в самолете, обращает ли женщина внимание на стюардов? Конечно. Типа отмечает для себя, летала в Геленджик, стюарды прикольные. Давеча были в Монте-Карло, стюарды так себе. Я думаю, с сестрой сидели через проход и головой ударились, когда он прошел. Я думаю, все проще было. Я знаю, то ли почему, присутствие женщин на тебя действует. Почему наши девушки не выиграли? Они на самом деле очень красивые, самые очень красивые. Но они очень несексуально смотрятся на борту наших самолетов. 134. Ну вот как вот? Как ты можешь о сексе думать, когда... А Як-42... Сереж, я хочу коленки прячешь, чтобы впереди женщина... Сережа, а я... Не упираться, все, а сзади вахтеры едут. Сереж, я хочу открыть для тебя тайну. Может, это для тебя будет шоком. Но наши самолеты конструируются не для того, чтобы ты в них думал о сексе. Ну почему? Пассажиропоток. А Як-42, у которого... Вот через, как говорится, по-моему, это секс. Ты чувствуешь себя маленьким посланцем внутри большого самолета. Как алкоголь запретили в самолетах пить, так сразу показалось. Отечественные стюардессы перестали быть сексуальными? Да, да. Я бы хотел, Ксения, если честно, поговорить, раз мы уже говорили о женской красоте, о привлекательности. Мы уже обсудили здесь и тесты, и книги, и прочее-прочее. Но сейчас мы не можем не поговорить с вами. Я не могу поговорить, но, оказывается, не только я. Да. Еще и Гарик не может поговорить. Ксения, вот нас очень интересует такой вопрос. Во всех женских журналах практически можно найти раздел, где рассказывается о том, как из подручных средств сделать кожу упругой, увлажнить губы на 99,9%. И нас интересует вопрос, действительно ли каждая женщина после изучения вот этих статей овладела приемами? Ну, конечно, для вас есть чья-то. Вань, ты отвлекаешь Ксению. Ксения.
Не знаю, но выливать это тоже жалко, поэтому давайте. Из чайника, что вы? Свою налей чашку. Так, давай, я там свою чашку налью. Свою чашку. Который быстро перешел к Ксении на ты. Я тебе свою чашку налью после этой фразы. А ты, а хочешь принес футляры из-под очков? Как хочешь. Сама решай. Скажите, владеют ли женщины искусством вот из подручных средств делать вот маски и следуют ли советам? Ксения, вот вдруг вы сидите в гостях и вдруг начала сушить кожу. Вот. Просто вот невозможно, вот прям невероятно. Вы слышите такой такой степени, что голову не повернуть. Да, да. Легкий ветер такой идет, такой перекати поле такой по лесу. Такое. А тут на беду как раз на столе явка. Так, беду, фруктовые. Мы, конечно, начнем с клубники, да? А клубника это для чего? Щеки становятся румяными. Особенно если втирать сильно. Подожди, мандарин еще. Мандарин. Цитрусовый как на кожу влияет? На... Они бодрят. Можно сверху глаз. А, вот я еще киви. Называется красота совпала. Киви. Можно киви положить вот как раз на глаза. Вот так вот. И закрыть. Витамин С тоже. Но это только на Хэллоуин. И что? Виноград. А на что влияет виноград? Честно говоря, про виноград боюсь рассуждать. А можно же виноград использовать в качестве бигуди? Если он с косточкой, то да. Так, ой, и что? Сюда клубника, киви на глаза, там с бананом каждый сам. То есть, если что, любая женщина может из подручных средств... Ребята, глядя на это, я все понял. Я все понял. Потому что это же мужчина давно изобрел. То есть, ты приходишь в гости, да? Приходишь в гости, наливаешь себе водочки, желательно стакан. Привлекаешь к себе внимание. Ну, это можно. Хей! Вот все сидят, смотрят. Вот. Выпиваешь залпом стакан, все молчат. Думаешь, что будет дальше? Потом накладываешь себе немножко фруктового салатика. Все, до этого ты не закусывал. Берешь, значит, все, спокойно сидишь, на расслабоне, все. Вот. И потом уже со всеми, и хлопаешь четвертый стакан, со всеми прощаешься. И, друзья мои, хоба в маску. Но тут самое важное, друзья, вот тут самое важное, что в этой позе вы должны продержаться несколько часов. Да, иначе не работает маска. При этом из вас будут выходить шлаки. И на утро кожа подтянута, свеженькая. Упругие щечки. Все. Лобик без морщинок. И на работу. Все, да. Спасибо, сыт, красивый, идешь спокойно на работу. Может быть, какие-то политические новости обсудим? Мы хотим сделать вам подарок. Mm-hmm. И хотим поступить... Этот букет на 100 рублей дороже. Самый лучший. С праздником. Ксения, с праздником, друзья. Ксения Кутепова. Давайте поздравим Ксению. Ксения, присаживайтесь. Назовем их так, к вашим подругам. Катя и к Марине. Так. Я думаю, что Международный женский день, он традиционно не обойдется без открытки, которую мы, я предлагаю просто общими усилиями мужскими написать и для девушек, которые сегодня у нас в гостях, и для всех женщин, бабушек, мам. Да. Аккуратно. Сереж, вот смотри, и вот поставь здесь, я думаю, что будет девочкам интересно. Значит, я предлагаю... Давай. Нет, так не очень сейчас, хорошо. Давайте, по ногам нужно хорошо, определить, извините. Сколько лет женщин. Осторожно, осторожно. Все, смотрите. Значит, я предлагаю, может быть, сделать вот такую анаграмму, типа из первых букв слова «Марта». Делать. На букву «М». Давай, начни. Не надо на букву «М». Давай. Начнем, просто... смотри, как красиво. Смотри. Мамы, бабушки, девчонки. И мне вот, на «А». Да, тебе на «А». Вот поэтому я не хотел, Гарри. Давай ты первый, слушай. Давай. Сейчас я попробую. Так. Мы же пишем всем женщинам. Да. Ваши... Благородие? Нет. Ваши благородие. Ваши тонкие... Тонкие пальцы? Сердца. Ваши тонкие пальцы. Давай, ваши тонкие... Ваши тонкие... Нет, ваши... Тонкие, стройные. Ваши тонкие пальцы... Давай, ваши тонкие талии. Ваши тонкие талии мы целуем в Италии. Ваши... Нормальные стихи, чего? Ваши тонкие станы. Станы? Мы целуем в теплом стане. Это хуже, Вань.
Лучше талия и талия. Ваши тонкие станы как гибкие. Что? Как гибкие ивы. А, ваши тонкие станы как гибкие ивы. Вот так? Да. Красивые. Да? Красиво. Подожди, сейчас мы сделаем. И от губ ваших словно весною повеяло. А? Словно. Весною. Весною повеяло. 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 Угу. Дальше. Вы перечисляйте. Вы. Вы всегда ход. Так желан. Вы всегда. Нет, вы всегда сексуальны. Вы всегда. Вы всегда. Сексуальны. Сексуальны. Умны. Умны. И красивы. Посмотри. А я допишу. С 8 марта. Повтори сначала. Давай разгон еще возьмем. Давай. Ваши тонкие станы, как гибкие ивы. И от губ ваших словно весною повеяло. Вы всегда сексуальны, умны и красивы. С 8 марта, родная Изольда. Изольда Матвеевна. Изольда Матвеевна. Это кто, Серег? Ну вот, друзья, яркий пример. Ну вот, друзья, яркий пример, как при помощи целого коллектива и целого телеканала Сергей поздравил одну конкретную вдову. И одну конкретную Изольду. Все, увозим в тираж. В типографию. Гарик, я тоже не умею парковаться. Ребяточки, забирайте, спасибо. Так, друзья, дорогие девушки, дорогие зрители. Самое главное, мне кажется, в празднике 8 марта, это не день, когда все почему-то начинают поздравлять женщин и говорить им комплименты. Дело в том, что 8 марта это один из многих дней, тысячи дней, бесконечных дней, спасибо, когда мы говорим вам, дорогие женщины. Ну, замкни. Гарик, ты должен замкнуть. Видите, лучше всех мне. Говори, говори. Потому что у тебя руки в карманах. С 8 марта! Весна пришла! Я вижу. И у нас в гостях сегодня поздравляет вас с приходом весны группа Вопли Видоплясова! И Скрипка! Так, справка. 8 марта по-українськи з 8 березня. Дівчатам і жінкам всім присвячується. Зі святом! Як дурдорічки зустрічати зірочки, зазирать, як падають ловити і жменями на берегу пазуху оці бризок вогники, затанцюю радісний з радію до смерті. Поженусь за райду, гость лишу попід хмарами, передам пораді вопроща рідна батьківщиною. Everybody! Весна, 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 прийде весна, 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 весна вгавує. Весна, 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 прийде весна, 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 весна. Я веду недвіжену, сама з мене вискочить. Поржим, покотимся, заведемо бесіду. Наберу скоро броші, питаю у горя, чи мене не викине упасти у море. Дочки, перенемо по чарусі, погоду заладідно, поділюся жалостю. Ду-д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 у
Let's not, 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 let's
Плясова, прожекторе Пэрис Хилтон. С 8 марта, любимые.